Вот в таких вот, здравствуйте, друзья, заброшках какие-то камеры нашел. Вот такие вот непонятные. Даже там целый пакет полный. Какие-то эти советские, наверное. Советских времен. А здесь вон. Даже упаковки, электронная лампа, вон она лежит внутри, электронная лампа электротехники, вот вон, тут их вон сколько, целая куча, вон, а это даже вон же кто-то заворачивал даже. О, вряд. Какие-то непонятные лампочки. И вот еще там завернуто. Еще. Еще. Коробка. Если кто-то знает, что это, видно, раньше в советские времена ценное что-то было. Там даже вон валяется еще. Что-то там я с упаковки-то достал. Такая вот, ну-ка, резиночки. Ну, резинки, наверное, могут пригодиться. Хотя, вот так вот, а здесь что? О, даже здесь какая-то лежит. Вон там вон какой-то ящик, там оно то же самое. Вот так вот. Люди выкидывают, избавляются от старых вещей. Ну все. Вон коробка эта. Вот она. А вот он, мой друг, как всегда, питомец, который всегда со мной. Да, Бинка?